Да. Значит, упражнения на всякие aiki штучки, не только на aiki, они полезны для бросковой техники, как тело работает, за счет чего происходит там бросание и так далее. Хорошо иметь мяч. Да? И здесь через шаги, и вот мы накатываем. Так накатываем, так накатываем. Так вот эти все штуки делаем. Здесь локти, да, где обратили внимание. Здесь на распорах все. Все, шаги вот эти, да. И вот с партнером то же самое. Мячик оставляем. Партнер берет, даже мэйна. Да. Сейчас, если делать без шаг, вообще невозможно. Вообще невозможно. Поэтому, даже если вы не до конца сделали шаг, не получится. Поэтому вытащил локти. Здесь. Немножко сейчас ошибку сделал, поэтому перешло сюда. Поэтому все надо делать до конца. Да, это айки-аге. Теперь айки-саге. Айки-саге будет как переход сначала айки-аге, правильно? Потом, потому что сразу здесь нет. Поэтому опять оставляю все на мячик. И сюда, айки-саге. Теперь противоходе, да. Ленина не получится, не дадут. Поэтому опять все через шаги, через локти. Сейчас немножко опять неправильно сделал. Почему? Потому что здесь, да, все так. Да. Со средней линии желательно не уходить, тогда все у вас получается. Контролируем среднюю линию, все элементы выполняем, да, до конца, до конца. Теперь